Это наш формат. Начиная с сегодняшнего дня, телекомпания «Держиз» как информационный партнер проекта начинает знакомить вас с участниками фестиваля пародистов. Смотрите наш первый сюжет с кастинга. Это не минута славы, не «Алло, мы ищем таланты» и не «Фабрика звезд». Здесь не пытаются создать знаменитостей, здесь их пародируют. На старте нового совместного проекта телекомпании «Держинск» и Держинского драматического театра «Пародист года» 6 участников. Самых смелых и уверенных в своих силах. Тех, кто оставил в стороне условности своего преемника. И, конечно, мечта на несколько мгновений предстать перед публикой в образе кумира миллионов. Правка где? Проработанностью костюма и макияжа, Алексей, как герой предыдущего сюжета Денис Круглов, а умением на сцену подражать вечно живого вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова Ленина. Наш фараон вперед летит, кому не остановка, другого нет у нас пути, у нас в руках винтовка. Тихие враждебные пеют над нами, темные силы на поздно идут. Нас еще судьбы безвестные ждут. Ура, товарищи! Эволюция еще не закончена! Сам я режиссер, сам себе актер, это... сам музыкант, сам поэт. Это мы все и поэт. Я исключаю всех вмешательств в мою систему, потому что я не люблю, когда мной просто маршируют. Вот и все. Владимир Ильич, нам пора. Бронепоезд ждет. До новых встреч!